террористы еще технический тайм-аут взяли, заебись. Их трое. Так, там двое, значит, один уже получил 2 часа блокировки. Спасибо. Good luck, have fun, как говорится. Так, ну, ситуация какая? Yes. Yes. GG. Пока-пока. Потихоньку, помаленечку. Там падает, мне кажется, сейчас начнется капсда в команде. Ну, пока посмотрим. Я думаю, да, не расслабляться, играть. Блять. Мид. Господи, что я сделал? Ой, дурак, блин, ты ж на миду видишь, на мини-карте, что он на миду. Смотри, блять, на... Не на не мини-карту, а смотри, блять, на игру сабу, алё. О, 8-7, игра на равных, двое толком не играют. Там кто-то по очередной раз обвиняет в хакерстве. Так. Прям импакт в игру вношу, прям чувствую. Чувствую, как вношу импакт. Блять. А чё это они резко заиграли-то? Чё-то мне не нравится, как эти пацаны заиграли тут резко, Йоджи disabled. Ах, блять, чё-то мне, сука, не нравится. Блять, надо дожимать их пацанов, блять. Дожимать надо. Good job, guys, thanks for the game. Опа! 23-14! Не-не! Выиграли, молодцы. Ну, правда, блин, там, мы проиграть могли... явно. Же эти двое подключились какого-то, на какой-то хер. Я пофармлю еще. Пофармлю еще, если что, сыграю на ганах, которые будут... Сейчас будет... Шалаброшить! Армены! Бабабет, ты чё, шапэ? Извиняюсь. Бывает. Так. Еще 9-0. Это радует. Мид, камень тук, сити. Ай, what the f... Why? Да ну нахуя ты, долбоёб. На кой, блять, хрен, ну подожди ты, ёперный театр. Ну, я не понимаю, че, блять. Блять, 1-4, мы по факту могли выиграть этот раунд. Чисто зачистил бэплэнд от нечисти. Пит. Зачистил, блять. Зачистил, извиняюсь за повторение слова на букву Б, но I don't give a fuck, я пошел бы, full beast mode. I'm gonna rip the shit till my bones collapsed. До меня не дошло, можно еще проще? Пела легенда. Блин, на своих языках-то, блин, помогать-то на раз вообще. А как на инглише сказать, не. Блять. First blood! Double kill! Godlike! Good job, guys, thanks for the game. Who is the daddy? Минус 3 в последнем раунде. Эх, ну, отличная новая система. Когда человек влетает, выходит, а бота нету. Ну да. Правда, зачем этот бот нужен, сказали Вольво. Будем просто давать каждому человеку по косарю за проеб раунда. Где-то так сильно поменяет ситуацию. Не дрить. Понимаю, класс 1 в 3. Времени, да, у него должно хватить. Или нет? Ебать. 8 сотых. Ебать. Понимаю. Просто понимаю. 8 сотых просто. Чулу хватило, чтобы раздавить. Ну ладно, после игры спросим. Блять.
Он да 3 секунды реагирует. Он что там, это, сонный, что ли, спит еще, что ли, или что? Ультимейт, конечно, раунд берут, но что-то я еще не понимаю, что Дэн творит, блин. Ракейна, проблем. Эх. Я бы забрал бы вместе Дэна. Мой АК. Понимаю. Ой, шкила, шкила. Как там Лёша выражается? Шкила! Кира, к тебе зиглибалась. Заметьте, мы еще ни разу не на один раунд, а... Ну, у меня все равно стоит на кнопке, вот. Зачем-то бросили. Ой, блядь, заебись свой тиммейджер, блядь. Наебали к нему хаес. Сука, блядь. Блядь, такая... Блядь, происходит, блядь. На ровном месте создали себе... Привоз просто это называется. Что за хуйня только что наблюдал? Это что за пиздец, блядь? Понимающий. Блядь. Боже. Осуждаю. Не знаю почему. Нам пофигу, мы не осуждаем и не одобряем. Мы Лёша, тихо, не одобряю. Блять, вот чё палит контору-то, а? Мне просто хочется посмотреть за жёлтым. Чё? Ну ладно, окей, спишем на то, что слышал зум. То есть он зажимать не умеет. Зажимать не умеет, но попадает по головам по КД. Ну типа, он стреляет как-то странно, то есть, ну, типа. Он не умеет контролировать спрей. Но попадает по головам при этом по КД. Что-то мне подсказывает, что он все-таки с ВХ играет. Типа он начал наводить. Ну, включил зум, тот момент, когда КТшник начинает прыгать в окно. А, ну да, чего расскажешь. Интересное оправдание, откуда ты знал, что я там. Ну да, чел, ты пушишь мидл, убиваешь двух типов, КТшник просто под головой начинает чекать кон. Ну да. Этому, блядь, вообще похуй, блин. Блядь, это хаешки. Яло, пленда бомб. Господи, блядь, просто хаешки, блядь. Блядь. Ну, что зачем? Ты, блядь? Логику усилиров понять невозможно. Это самые нелогичные игроки блин, в игре. Блин, увидеть чувака, но зачем ты... Просто, блядь, берет гранаты, блядь. От своего же оранжевого, блядь. First blood! Так, первый пошел. Так, очень джангл. Double kill! Второй, ебать. Тупо сюда, дым, блядь. Как фармит. Полосу, блядь. Полосу, не стрелять. Multi-kill! Что делает этот молодой киберспортсмен на севере? Правда, ситуация у них все равно дерьмовая. 3 в 2, и при этом Дэн битый, где-то битый. Ты продолжишь дальше стреляться тогда? Монстр килл! Того же 4 фрага. Классный КТ был, инфа. Humiliation! Понимаю, вот это Дэн тут, блядь, такой хуяк, блядь. Где калаш-то, блядь? Где калаш-то, блядь? Тупо раскидал, да? Эйс! Первый эйс в сильвере! Е-бой! Понимаю, вот это Дэн раскидал, конечно. Понимаю. Найс, просто найс, блядь. Найс, блядь. Просто, блядь, лучше, нахуй. Блядь, паласа, ага. Как
короче, начинается полный пиздец. А вот ты начинаешь жопу гореть с нихера. Боже. Really, guys? Боже. Ну, так вот ставить прямо не до чеков план. Очень была промечу. Он плент. Сказал бы, что он... Да чё ты, блин, да ты долбоёб, ну ты же на пленте, блин. Когда горит не у Дэна, точнее не у меня, а у Дэна. Это как бы вот ситуация банальная. То есть, игрок не ливнул, он просто руинит. И вы его хотите кикнуть. Но по сути из-за того, что вы кикнете, вы лишаете человека. Но был бы бот, это было бы намного лучше, блядь, нежели он сейчас будет оставаться. Потому что он будет, блядь, всячески руинить катку. Так, сейчас нас дружненько выебут. Так, блядь, да, блядь, сука! Надо ПЛС получить пив. Как у него жопа горит. Сука, да, блядь! Давай, ёбани в монитор! Так, да. Как-то сегодня две катки в одни ворота, третья тоже в одни, только, правда, другие ворота. Ну, в общем, да, как-то сегодня день одних ворот. Сначала две катки в одни ворота вы выигрываете, и потом третья. Начинается за здравие, заканчивается за упокой.